Александр Сергеевич Пушкин. Граф Нулин. Пара-пара, 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 пара-пара. Пара-пара, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах, выходит барин на крыльцо. Все под два часа обозревает его довольное лицо, приятной важностью сияет, чекмень затянутый на нем, турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке ром и рог на бронзовой цепочке. В ночном чепце, в одном платочке, глазами сонными жена сердито смотрит из окна на сбор, на псарную тревогу. Вот мужа подвели коня, он холку хватит и стременогу, кричит жене: «Держи меня!» и выезжает на дорогу. В последних числах сентября, презренной прозы говоря, в деревне скучно. Грязь, ненастье, осенний ветер, мелкий снег, добой волков, но тот и счастье. Охотнику, не зная нек, в отъезжем поле он горцует, везде находит свой ночлег, бронится, мокнет и пирует. Опустошительный набег. А что же делает супруга? Одна. В отсутствии супруга. Занятий мало есть у ней. Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в амбары, в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен. Он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша... Ах, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее. Наташа! Но мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной частью не занималась за тем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальпала. Она сидит перед окном, пред ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» или «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, нравоучительный и чинный. Без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но вскоре как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохота, меж тем печально под окном индейки с криком выступали во след за мокрым петухом. Три утки полоскались в луже. Шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже. Казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальной, друзья, тут верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, товарищ юности удалый? Уж ли она ли, боже мой, вот ближе-ближе сердце бьется? Но мимо звук несется, слабей и смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону бежит, обрадована звоном, глядит и видит, за рекой у мельницы коляска скачет. Вот на мосту, к нам точно, нет, поворотила влево, вслед она кричит и чуть не плачет. Но вдруг, о радость, косогор! Коляска на бок! Филька! Васька! Кто там? Скорей! Вот там коляска! Скорей везти ее во двор и барина просить обедать! Да жив ли он? Беги проведать! Скорей, скорей! Слуга бежит, Наталья Павловна спешит взбить пышный локон, шаль накинуть, задернуть завязь, стул подвинуть и ждет. Да скоро ли, мой творец? Вот едут. Едут, наконец. Забрызганный в дороге дальней,
Опасно раненый, печальный, кое-как тащится экипаж. Вслед барин молодой хромает. Слуга француз не унывает и говорит: «Ален Пуас!» Вот у крыльца, вот в сени входит. Пока мест барину теперь покой особенный отводит и настежь отворяет дверь. Пока пекар шумит, хлопочет и барин одеваться хочет. Сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин из чужих краев, где промотал он вихри моды, свои грядущие доходы, себя казать, как чудный зверь. В Петрополь едет он теперь с запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, ларнетов, цветных платков, чулков ожух, с ужасной книжкой Гизота, с тетрадью злых карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с бомон парижского двора, с последней песней Баранжера, с мотивами России, Пера, эцетера, эцетера. Уж стол накрыт, давно пора, хозяйка ждет, нетерпелив. Дверь отворилась, входит граф. Наталья Павловна, привстав, осведомляется учтиво, каков он, что нога его. Граф отвечает: ничего, идут за стол, вот он садится, к ней подвигает свой прибор и начинает разговор. Святую Русь брони, девица, как можно жить в ее снегах, жалеет о Париже страх. А что театр? О, сироте, себе новое аппетит. Тальман совсем оглох, слабеет. И мамзель Марс, увы, стареет. Зато Потье, Ле Гран Потье, он славу прежнюю в народе до ныне поддержал один. Какой писатель на чем моде? Федор Линкур, Ламартин. У нас им так же подражают. Нет, право, так у нас умы уж развиваться начинают. Дай Бог, чтоб просветились мы. Как талии носят? Очень низко. Почти что вот, по этих пор. Позвольте видеть вашу бороду. Так рюши, банты. Здесь узор. Все это к моде очень близко. Мы получаем телеграф. Ага. Хотите ли послушать прелестный водевиль? И граф поет. Хиликор вибаде сэмпре на лисен, сэмпре солюнши сон дифилен. Хиликор вибаде сэду сэмпре солюнши сон дифилен. Да, граф, извольте ж кушать. Я сыт и так. И со стола встают, хозяйка молодая чрезвычайно весела. Графа Парижа забывает, девица, как она мила. Проходит вечер неприметно, граф сам не свой. Хозяйке взор выражается приветно, вдруг потуплен безответно. Глядишь, и полночь друг на двор. Давно храпит слуга в передней, давно поет петух соседний. Чугунную доску сторож бьет. В гостиной свечки догорели. Наталья Павловна встает. Пора, прощайте. Ждут постели. Приятный сон. С досадой встав, полувлюбленный, нежный граф целует руку ей. И что же? Куда кокетство не ведет? Проказница, прости ей, Боже. Тихонько графу рук жмет. Наталья Павловна раздета. Стоит Параша перед ней. Друзья мои, Параша это наперстница ее затей. Шьет, моет, вести переносит, изношенных капотов просит. Порой с барином шали. Порой на барина кричит и лжет пред барыней отважно. Теперь она толкует важно о графе,
о делах его, не пропускает ничего, Бог весть разведать, как успела. Но госпожа и наконец сказала: полно, надоело. Спросила кофту и чепец, легла и выйти вон велела. Своим французом между тем и граф раздет уже совсем. В постели лежа Вальтер Скотта, глазами пробегает он, но граф душевно развлечен. Неугомонная забота его тревожит, мыслит он: неужто вправду я влюблен? Что, если можно? Вот забавно. Однако ж это было б славно. Я, кажется, хозяйке мил, и Нулин свечку погасил. Несносный жар его объемлет. Не спится граф, убес не дремлет, и дразнит грешную мечтой в нем чувства. Пылкий наш герой воображает очень живо. Хозяйке взор красноречивый, довольно круглый, полный стан, приятный голос, прям женский. Лица румянец деревенский, здоровье краше всех румян. Он помнит кончик ножки нежной. Он помнит точно, точно так. Она ему рукой небрежной пожала руку. Он дурак, он должен был остаться с нею, ловить минутную затею, но время не ушло. Теперь отворена, конечно, дверь, и тотчас на плеча накинув свой пестрый шелковый халат и стул в потемках опрокинув, в надежде сладостных наград, к Лукреции, Тарквинии новой, отправился на все готовый. Влюбленный граф в потемках бродит, дорогу ощупью находит, желанием пламенным томим, едва дыхание переводит. Трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери и слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает. Он смотрит, лампа чуть горит и бледно спальню освещает. Хозяйка мирно почивает или притворяется, что спит. Он ходит, медлит, отступает. И вдруг упал к ее ногам. Она... Теперь, с их позволения, прошу я петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей и разрешить, что делать ей. Она, открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства выписные и дерзновенной рукой коснуться хочет. Одеяло, совсем смутив ее сначала, но вдруг опомнилась она и гнева гордого полна, впрочем, может быть, и страха. Она Тарквинию с размаха дает пощечину, да-да, пощечину. Да ведь какую? Сгорел граф Нулин от стыда, обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он, досадой страшную пылая, но шпиц косматый вдруг залая прервал параши крепкий сон, услышав граф ее походку и проклиная свой ночлег и свою нравную красотку, в постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и параша, проводит остальную ночь, воображайте. Воля ваша, я не намерен вам помочь. Восстав поутру, молчаливо, граф одевается лениво, отделкой розовых ногтей, зевая, занялся небрежно, и галстук вяжет неприлежно, и мокрой щеткой своей не гладит стриженных кудрей. О чем он думает? Не знает. Но вот его позвали к чаю.
Что делать? Граф преодолев неловкий стыд и тайный гнев, идет. Проказница молодая, насмешливый подобие взор, и губки алые кусая, заводит скромный разговор о том, о сём. Сперва смущенный, но постепенно ободренный, с улыбкой отвечает он. Полчаса не проходило, уж он и шутит очень мило, и чуть ли снова не влюблён. Вдруг шум в передней. Входит. Кто же? Наташа! Здравствуй! Ах, мой боже! Граф, вот мой муж, душа моя, граф Нулин. Рад сердечно я. Какая скверная погода! У кузницы я видел ваш совсем готовый экипаж. Наташа! Там у огорода мы сотравили русакаря и водки. Граф, прошу отведать. Прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать. Не знаю, право, я спешу, нет, полно, граф. Я вас прошу. Жена и я гостям и рады. Нет, граф, останьтесь. Но с досады и все надежды потеряв, упрямится печальный граф. Уж подкрепив себя стаканом, пекар шумит за чемоданом, уже к коляске двое слуг несут привинчивать сундук, к крыльцу подвезена коляска, пекар все скоро уложил, и граф уехал. Тем и сказка могла бы кончиться, друзья. Но слово два прибавлю я. Когда коляска ускакал. Жена все мужу рассказал. И подвиг графа моего всему соседству описал. Но кто же более всего с Натальей Павловной смеялся? Не угадать. Почему ж? Муж. Как-никак, совсем не муж. Он ночью не этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то графа он въезжать заставит, чтоб сами он его затравит. Смеялся Лидин. Их сосед. Помещик. 23 лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не дит. Thank you.